я хотела бы поздравить свою бабушку Ганюшкину Нину Алексеевну с наступающим днем мам, бабушек. Я хочу ей пожелать счастья, здоровья, чтобы процветала долгих лет жизни, чтобы в жизни никогда не было никого лишнего. И всего ей самого наилучшего. Поздравляю, мама. Мама, тебя с праздником, День Матери. Я тебе желаю счастья и здоровья. Я желаю, чтобы ты росла красивой и умной. Я хочу поздравить маму Лену с Днем Матери. Пожелаю, чтобы она всегда всегда меня любила. Бабушка, поздравляю тебя с праздником. Я тебя очень сильно люблю и желаю, чтобы ты никогда не болела. Поздравляю маму Олю с Днем Матери и желаю ей здоровья. Меня зовут Миша. Я передаю привет маме и папе. У меня любимый мультик – это Angry Birds. Я там люблю, когда во второй части упала ледышка, и я потом удивилась. Я никогда не смотрел, и там был такой и такая удивительная птица, интересная. Меня зовут Богдан, я желаю ее всем здоровья, счастья, чтобы были все крепкие и здоровые, слушали всех своих родителей. Дорогая мамочка, поздравляю тебя с Днем Матери. Я тебе желаю, чтобы ты никогда не старела, была такой же красивой, оставалась доброй и умной. И также я хочу поздравить свою бабушку Любу с Днем Матери. Спасибо бабушке за то, что подарила мне хорошую маму. Еще я хочу сказать своей прабабушке спасибо тебе за то, что подарила мне бабушку Любу, потому что бабушка Люба тоже очень добрая. Бабушка старенькая, всегда будь такая же добрая, хорошая и никогда не старей. Будь все время на позитиве, никогда не болей. Я вас всех люблю.